Ну, конечно, добрый вечер, наши прекрасные, милые женщины. Я, во-первых, хотел бы от мужчин всего нашего поселка попросить у вас прощения, что мы в течение года, наверное, очень мало уделяем вам внимания, дарим цветов, подарков. Но хорошо, что есть такой праздник, 8 марта, где все мужчины, наверное, бросают все свои дела, ищут подарки, чтобы порадовать вас, цветы. Потому что вы, на самом деле, самые лучшие женщины в мире. Это наши российские женщины, в которых собрано все самое хорошее. Я хотел бы вам зачитать стих о женщинах. Коктейль «Женщина». В хрустальном бокале смешали немного романтики, в меру печали, чуточку грусти, пригоршню страсти. Что еще нужно для полного счастья? Еще мы добавим лукавые искринки, все это приправим соленой слезинкой, столовую ложку добавим загадки, изюминку вложим, чтобы было все сладко. Добавим стервозности, маленькой шалости, тонного взгляда и сексуальности, нежности, ласки по ложечке чайной, 2/3 кокетства и капельку тайны. Черное платьице, шпилька каблук, чтобы прибавить кому-нибудь мук. Еще пару капель за ушко, Шанель. И что у нас вышло? Коктейль. Приятный на вкус, слегка дурманящий, чарующий, терпкий, но очень бодрящий. Такой обольстительный и сексуальный. Женщиной этот коктейль нарекли не случайно. С наступающим праздником вас! Здоровья, счастья, любви, близких. Всего самого наилучшего.